Спасибо большое. На самом деле очень лестно выступать сразу после Рубена и вашего большого проекта с РЖД, потому что мы также с SHL делаем вот большой проект Ростеха, поэтому мы здесь в чем-то пересекаемся, но есть действительно своя специфика, потому что все-таки Ростех — это очень специальный мир, я бы так это сформулировала. Просто чтобы понимать, кто из вас про Ростех знает? Что это, с чем его едят, как он устроен? Так, ну кто-то знает, кто-то нет, я расскажу контекст. Ростех — государственная корпорация, которая существует 10 лет, и состоит она из исторически сложившегося оборонно-промышленного комплекса. Соответственно, 14 холдингов, более 700 предприятий, более полумиллиона сотрудников по всей территории Российской Федерации, в прямом смысле от Калининграда до Дальнего Востока, до Арсеньева, вот край географии совершенный. А специфика Ростеха — мультиотраслевое существование. Например, в отличие там, даже от очень крупного и сопоставимого по объемам Росатома, все-таки это атом. Да? У нас мультиотраслевое как бы есть кластеризация, это радиоэлектронная, направление — это авиация, это вооружение. То есть у нас очень неоднородные отрасли. У нас очень специфическая организационная структура, которая включает конструкторские бюро, R&D-центры, опытные производства, полигоны, серийные производства. И это все, безусловно, накладывает специфику на работу с персоналом и применяемые решения в части и оценки, в части и диагностики, ну и вообще в трансформации Ростеха.